Всем привет, дорогие зрители! В районе Тосмор в новостройке продается очень хорошая квартирка 1 плюс 1 с хорошей инфраструктурой. Я сейчас спустился на нижний этаж. У нас в этом проекте два лифта. Есть кинотеатр. Фитнес. Айда, 450 лир. Тут сауна, турецкая баня. Работает она в субботу с 4 до 8. Для мужчин, а для женщин в воскресенье с 4 до 8. Так что хамам и сауна есть. Тут у нас площадка. Я выйду во двор и сниму также вам площадку. Так, вызову лифт. Фирма Schneider. Schneider. Лифт. Нулевой этаж. Так, кого интересует какая-нибудь недвижимость в Алании, звоните по номеру плюс 90-555-064-9110. Квартира находится на среднем этаже. Проект состоит из двух блоков. Блок А и блок Б. Открытая парковка, видеонаблюдение, хорошо управляющая компания. Такой красивый цвет у здания. Детская игровая площадка. Зона барбекю, беседка. Генератор в той стороне. Тут у нас футбольная площадка есть. Это относится к мэрии Алании. И там теннисный корт. Видите, играют люди. Это район Тосмор. Многие это место не знают. Я сам впервые увидел, что здесь в скрытном месте между зданиями есть площадка для... Большой бассейн. Рядом есть сеть магазинов А101, сеть, еще маленький маркет, шок впереди. Отсюда до моря максимум 700 метров шага. 700 метров. Хорошая локация также в районе Тосмор. Пройдемте посмотрим квартиру. У нас несколько квартир на этаже. 8, что ли. Такие двери. Прихожая. Домофон. Угу. Все хорошо, есть уже встроенный маленький шкафчик, обувь поставить. Ага. Здесь санузел. Видите, как подумали, зеркальце. Душевая кабинка. Дверь открывается в таком стиле. Интересная функция. Так, здесь спальня, где-то 11-10 с половиной квадратных метров. Высота потолков 280 сантиметров, высокие потолки. Смотрит на дорогу. Бытовая техника фирма Vestel. Касса тоже есть.
И посудомойка фирмы Веста. Что сказать, квадратных метров здесь вся жилая площадь 35 квадратных метров. Если 10,5, там прихожие 3, здесь у нас будет где-то 15. Минимум 15. Да. Еще там 3 квадратных метра. Приблизительно 35 квадратных метров вместе с балконом. 33 даже. Я думаю, балкон побольше. Маленький балкон, 2 квадратных метра. Сторона западная. Отсюда даже видна крепость. Кусочек крепости. Рядом есть Сечмаркет. В этой стороне А101. Этаж второй. Думал, третий. Итак, цена этой квартиры, дорогие зрители, 148 тысяч 500 евро. Инверторный кондиционер. Это... Так, район Тосмур подходит под ВНЖ. Открытый район. И новостройка. От качественного застройщика. Хорошая управляющая компания. Айдат, наверное, поднимут на 500 лир, 500-600 лир. На данный момент 300 лир, как мне сказали. Все. Звоните, если вас заинтересовала эта квартира. С вами была Гаси, Солнечная Алания, район Тосмур. Всем чао-чао, бай-бай.